Адрия должна быть где-то наверху. Надо же, впервые девушка пригласила меня познакомиться с ее мамой. Говори, что ты знаешь о черном камне души? В трех камнях Харадривы заточили великие воплощения зла. Для чего нужен этот? Я скажу одно. Вилиал не зря его боится. Оставьте ее! Хватите! Лия, доченька, ты знаешь, кто я? Милая моя, я всю жизнь приглядывала за тобой, но боялась приблизиться. Это бы подвергло тебя лишней опасности. Здесь небезопасно. Уходим. Тебе не бросалось в глаза, что куда бы мы ни направились, нам повсюду встречаются свежие трупы? Этот мир жесток. Я заметил. Ты кажешься задумчивой. Это просто потому, что я вижу то, что сокрыто от других. Я смирилась с этим. Я понимаю. Но обстоятельства требуют от нас концентрации. Я не хочу, чтобы ты погибла. Ты прав. Мне нужно быть внимательнее. Я чувствую себя так, будто часть меня все еще спит где-то далеко-далеко. Тебе пришлось многое пережить. Со временем это пройдет. Было бы хорошо. Но я чувствую, что все не так легко и просто, как кажется. Оказывается, все эти годы моя мать была жива. Я испытываю огромное счастье, но при этом не перестаю задаваться вопросом, почему она ни разу не связалась со мной или дядей Декардом. Она сказала, что не хотела подвергать меня опасности, но все же... По крайней мере, теперь мы вместе. Многие с опаской относятся к моему народу. Но в Колдее нам всегда были рады. Должно быть, здесь что-то случилось, раз в город не пускают даже его жителей. Что-то случилось? У тебя есть дар. Так скажи, что именно. Как вы все мне надоели. Не нужен дар, чтобы понять. Городом правит Белиал. Вопрос в том, как?
Ты выбрал себе таких забавных соратников. Они как дети. И у каждого такие интересные слабости. Ирина такая жизнерадостная девочка, хотя ей и выпал нелегкий жребий. Правда? Уж Кормак-то понимает. И лучше бы ему не забывать про свои клятвы. Хотя, Линдон, я всегда буду рада приютить тебя в своей постели. Ты напоминаешь мне моего второго мужа. Он тоже был тем еще дьяволенком. Новинки! Вот, взгляни. Ты не будешь разочарован. Я слышал, что ты причастен к разрушению горы Ариат. Баал, владыка разрушения, пытался подчинить человечество, осквернив священный камень мироздания. Я вынужден был совершить немыслимое и уничтожить камень. А с ним и большую часть окрестных земель. Ты должен меня понять. Целые миры сгорали в огне битвы за камень мироздания между небесами и преисподней. Мне очень жаль, что Ариат был разрушен, но поверь мне, я дорого заплатил за свое решение. Я слышал, что ты причастен к разрушению горы Ариат. Баал, владыка разрушения, пытался подчинить человечество, осквернив священный камень мироздания. Я вынужден был совершить немыслимое и уничтожить камень. А с ним и большую часть окрестных земель. Ты должен меня понять. Целые миры сгорали в огне битвы за камень мироздания между небесами и преисподней. Мне очень жаль, что Ариат был разрушен. Но поверь мне, я дорого заплатил за свое решение. Тебе удалось пережить разрушение камня мироздания. Взрыв уничтожил мое сотканное из света ангельское воплощение. Лишенный всякой формы, я воссоздал себя в пандемонии. Прошло 20 лет, прежде чем я смог, наконец, вернуться на небеса. Твои братья по оружию были рады твоему возвращению? Отнюдь. Ангирский совет посчитал, что я поставил под угрозу все мироздание. Они решили судить меня, Архангела Справедливости. Тогда я понял, что небеса обречены. Что если я не заручусь поддержкой человечества, они падут перед воинством преисподней. Тут поблизости стражи нет? Хорошо. А то я тут припас для тебя кое-что. Пусть боги, что оставили нас, в последний раз придут тебе на помощь.
Ух ты! Неужели Декарт никогда не рассказывал, почему я тебя оставила? Он знал, что я была призвана на борьбу с владыками преисподней. А я знала, что он позаботится о тебе. Его больше нет. Тогда нас воссоединила сама судьба. Мы с тобой ведем одну войну. Судя по хорадримским манускриптам, в этом мире осталось только два воплощения зла. Белиал здесь, в Калдее. А где сейчас Азмодан, никому не известно. Гвардейцы допрашивали тебя об этом черном камне души. Помнится, я как-то встречала упоминание о нем в дневнике дяди Декарда, но я не обратила на это особого внимания. Напрасно. С его помощью мы одержим окончательную победу над злом. Его создал маг Золтункул, как вместилище для душ демонов. Да, точно. Он был хорадримым отступником. Соратники четвертовали его прежде, чем он успел завершить создание Камня Души. Говорят, его голова закопана где-то под Алгурским оазисом. Мы должны найти ее. Если мы хотим победить Белиала и Азмодана с помощью Камня Души, нам придется воскресить Золтункула. Мы спасли мать Лии, Адрию. Она рассказала нам о черном Камне Души, который может навсегда уничтожить зло. Я найду его. Убийца, мучитель, чудовище. Этими словами Золтункула заклеймили маги Хорадрима. Они дорого заплатили за то, чтобы, наконец, покарать Кула за его чудовищные деяния и запечатать его искалеченное тело в мире теней. Видимо, они боялись, что он может вернуться вновь. Адрия. Я чувствую в ней что-то зловещее. Она не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить Азмодана и Белиала, и воспользуется черным камнем души, чего бы ей это ни стоило. И она права. Владыки демонов должны умереть. Иногда цена может оказаться слишком высока, даже для тебя. Я беспокоюсь за Лию. Как она? Почему ты спрашиваешь? Да так просто. Кто-то же должен за ней приглядывать. Я бы не стала доверять этому Золтункулу. Не зря же ему отрубили голову. Он нужен нам, чтобы получить камень души. Ну, раз без него не обойтись. Но я все равно с подозрением отношусь ко всем этим древним волшебникам. Вечно они затевают что-то нехорошее.
300 лет назад я основал Орден Харадрим, призвав в него Кула и 6 других волшебников. Он был великим человеком, но сошел с ума за долгие годы, проведенные в борьбе со злом. Зачем Харадримам было убивать Золтуна Кула? Он жаждал обладать силой, не предназначенной для смертного. Он хотел создать артефакт, который мог наполнить его пустое сердце душами ангелов и демонов. У них не было другого выбора, кроме как убить Кула. Орден так и не оправился от последствий этого решения. Мне тоже не хочется иметь дело с Золтуном Кулом, но я не вижу другого выхода. Если Адрия говорит, что так надо, значит так надо. Дядя Декарт доверял ей, и я не буду ставить ее слова под сомнение. Ты жалеешь, что бросил Алию? Что? Я ее не бросала. Пока я рисковала жизнью в поисках надежды на спасение, она росла вдали от тревог и опасностей. Расстаться с ней было тяжело. Но эта жертва была необходима. Теперь я обучу ее всему, что она должна знать. А тебе что, больше нечем заняться? Ты хорошо знала Декарда Каина? Когда тьма впервые нависла над Тристрамом, мы провели много вечеров в таверне «Восходящее солнце». Мы обсуждали харадримские тексты и изучали артефакты, которые я нашла в ходе своих странствий. А после этого вы с ним виделись? Иногда наши пути пересекались. В эти редкие моменты я могла издали мельком взглянуть на Лию. Мое сердце обливалось кровью от того, что я не могла быть для нее настоящей матерью. Ты хорошо знала Декарда Каина? Когда тьма впервые нависла над Тристрамом, мы провели много вечеров в таверне «Восходящее солнце». Мы обсуждали харадримские тексты и изучали артефакты, которые я нашла в ходе своих странствий. А после этого вы с ним виделись? Иногда наши пути пересекались. В эти редкие моменты я могла издали мельком взглянуть на Лию. Мое сердце обливалось кровью от того, что я не могла быть для нее настоящей матерью. Как им удалось тебя схватить? Мне нужно было отправиться в оазис на поиски головы Золтуна Кула. Я сумела выбраться из города незамеченной, но вернулась, чтобы забрать кое-какие вещи. Тут меня и схватили. Золтун Кул. Я не сомневаюсь в правдивости легенд, описывающих его невероятную силу. Но при всем могуществе он был совершенно безумен и полностью одержим идеями бессмертия и всевластия. Безумец. Стоит ли тревожить его вечный покой в пустыне и просить о помощи? У тебя есть другое предложение? Нет. Это лишь предостережение. Мы не знаем Золтуна Кула. Полагаться на него рискованно. Тебе каждый день приходится рисковать, крестоносец. И один расчлененный маг не сравнится с Белиалом или Азмоданом. Я так понимаю, твою жену не сожгли на костре для ведьм? Ночью я сломал дверь ее клетки, и мы убежали. Местные погнались за нами, но быстро отстали. Думаю, они были рады от нее избавиться. Ты рискнул своей жизнью ради незнакомого человека. Немногие поступили бы так же.
Она не была ведьмой. У нее был дар. Только мы не догадывались об этом, пока не увязались за Веченским табором. Но это уже совсем другая история. Тут поблизости стражи нет? Хорошо. Да согреет милость древних твою душу, и да укажет тебе верный путь. Смотри, я тут выкопал пару новых вещичек. Ох, мне нехорошо. Неудивительно. Вы уже много часов стоите на самом солнцепеке. Я не могу уйти. Император скоро одумается. Глупая вы женщина. Вот, хотя бы выпейте воды. Мне нехорошо. Неудивительно. Вы уже много часов стоите на самом солнцепёке. Я не могу уйти. Император скоро одумается. Глупая вы женщина. Вот, хотя бы выпейте воды. Гвардейцы, демоны в человеческом обличье. Клянусь, это правда. Похоже, императорские стражи ослабили контроль над городом. Говорят, некоторым пленникам удалось сбежать. Иди сюда, посмотри, что есть у Тиллана. Точно тебе говорю, ты не разочаруешься. В городе. Почему меня не пускают внутрь? Кто же ты? Бьюсь об заклад. Ты мог бы снести городские ворота без всякой помощи. Кстати, не хочешь попробовать? Ужас! Этот человек ходит в канализацию, как к себе домой. Кто знает, может, он и впрямь там живет. За вонь. Это от тебя, что ли? Уж точно не от меня. Злоба Мефисто, владыки ненависти, была настолько всепоглощающей, что даже когда он был побежден и заточен в камне души под Травинкалем, его демоническая сущность сумела поработить жрецов Закарума. Несмотря на то, что героям удалось одолеть этого демона, как и других его братьев, нас ждут великие беды, если Мефисто сможет вернуться в наш мир. Выслушай меня. Я не смогу долго говорить. За мной постоянно следят стражи Белиала. Император Хакан? Я прошу прощения за мое поведение во дворце.
Стражи убили бы меня за любую попытку выказать тебе свое расположение. Но теперь я попробую тебе помочь. Ты, должно быть, направляешься в оазис. Я открою ворота. Выслушай меня. Я не смогу долго говорить. За мной постоянно следят стражи Белиала. Император Хакан? Я прошу прощения за мое поведение во дворце. Стражи убили бы меня за любую попытку выказать тебе свое расположение. Но теперь я попробую тебе помочь. Как Белиалу удалось захватить колдей? Я ничего не мог сделать. Советники и гвардейцы не дают мне и шагу свободно ступить. Я пытался сопротивляться, но влияние Белиала очень велико. С тобой у меня есть шанс. Возможно, другого уже не будет. Чем вы можете мне помочь? Ты ведь собираешься убить Белиала, да? Я помогу. Разве что через несколько лет. Я тоже хочу сражаться за свою империю. Я найду, по чьей личиной скрывается Белиал, и отдам его в твои руки. Не уверен, что могу доверять вам после того, как вы приказали страже убить нас. Говорю тебе, я этого не хотел. Я окружен врагами, которые следят за каждым моим шагом. Клянусь, я помогу тебе. Вот увидишь. Не сейчас. Тебя не раздражает запах? Переживу. Значит, ты к нему привык. Ты никогда не бывал в воровском притоне, да? Идите сюда, тварь! Голод из вас вытрясу! Thank you.
перед Сокоромом. Был самым дерзким и безрассудным из великих воплощений зла. После великого изгнания он был заточен в теле харадримского мага Талраши и замурован в гробнице. Спустя столетия Диабло освободил Баала, который затем осквернил камень мироздания. Это навсегда изменило судьбу варваров, живших у подножья горы Ариат. Вскоре после этого Баал был повержен. Здесь не так плохо, правда? Терпение.
Пожалуйста, помоги мне. В моем доме гвардейцы императора. Их нельзя пускать в заднюю комнату. Беглецы станут отличными рабами, а ты — отличным трупом. Ты поступил благородно. Я покажу тебе, почему эта комната так важна. Императорские гвардейцы хотели забрать этих беженцев. Я не знал, что и делать. Ни в чем не повинные люди вынуждены прятаться в темноте. Я это уже видел. Я так и не стал воином, как мой отец. Бери из его сундуков все, что хочешь. Будет с тобой, Акарат. Ты нас спас. Хотя вот, скажи мне, когда ты последний раз принимал ванну? Хороший выстрел! Сейчас. Я не готов. Сейчас.
В город.